особо упоротый продолжает каждый день мне писать, как я могла из Испании переехать в эту нищую Аргентину. И вот я уже исколесила, наверное, больше, чем половину этой прекрасной страны, и все никак я не могу найти. Ну где же эта знаменитая нищета, если не говорить о нескольких трущобах на территории Буэнос-Айреса? Что-то прилетело на меня. Я сейчас нахожусь в такой глубинке Аргентины, что глубинисти, наверное, не придумать. Сюда я добиралась, ну, я не буду говорить про Буэнос-Айрес, из Буэнос-Айреса порядка 1500 километров. И потом из города, до которого я приехала, из Буэнос-Айреса, я на такси добиралась 3 часа по грунтовой дороге. То есть это более 300 километров от ближайшего большого города. Асфальта нет, а только грунтовка, по которой после дождей даже на танке не проедешь. Общественного транспорта тоже нет. И в этой деревне проживает всего 1000 человек. Ну, казалось бы, да, куда уже большую жопу мира придумать. Но посмотрите, вот сейчас я гуляю по центру этой деревушки. Идемте посмотрим, как же живет аргентинская глубинка с той вот самой нищетой знаменитой, про которую даже в других моих видео аргентинцы мне писали. Вот сейчас поедешь туда, на севера, и ты увидишь, что такое аргентинская нищета. Дай бог каждой российской глубинке такую нищету, скажу я вам, товарищи. Это центральная улица городка Колония Карлос Пеллегрини, в которой проживает менее 1000 человек. Да, это туристический поселочек, но, как я уже сказала, до ближайшей цивилизации в одну и в другую сторону более чем по 300 километров, и большая часть дороги – это по грунтовке. Но это не мешает быть этому городу такому симпатичному и ухоженному. Это местный бар, в котором собирается молодежь на тусовке. Ну, а дальше я предлагаю вам просто молча прогуляться по этому городку и послушать звуки этой небольшой деревеньки. Потому что, когда я начала делать монтаж этого видео, я решила: да ладно, не буду я ничего рассказывать, потому что картинки, а самое главное, звуки, которые вы услышите в течение всего этого видео, говорят намного больше, чем любые слова. Итак, идемте наслаждаться симфонией, ну, или немножко какофонией этого маленького городка в самой глубинке Аргентины. Не могла я спокойно пройти мимо этого места и устроила себе здесь второй завтрак из традиционных деликатесов: альфахорес из маниоки и мате с молоком и дымком.
Лужники, продолжаю прогулку по главной улице этой деревни, в которой живет, еще раз повторюсь, менее 1000 человек.
Деревенское футбольное поле. Это здание культурный центр, и вот за тем большим окном видно, как ребята учатся на гастрономических курсах.
еще один местный деревенский бар, в котором, в принципе, я и засела в последующем на обед. Немножко территории отеля, в котором я останавливалась в этом городке. Более подробно можно увидеть в предыдущем видео. А сейчас мы здесь просто понаблюдаем за природой, которая не отпускает нас нигде, даже в отеле.
Thank you.
Ну вот и подошел к концу еще один мой день пребывания на территории заповедника Эстерас де Эбера. Это был мой день самостоятельной прогулки по этому небольшому городку, в котором проживает меньше 1000 человек. Это жизнь среди природы. Даже правильнее сказать, это жизнь внутри природы. И мне очень повезло, что в этот день выглянуло солнце, и я смогла по полной насладиться прогулкой по этому красивому городку, наслаждаясь пением птиц, созерцая животный мир и немножко сама побродила среди крокодилов. Вон там вот. На этом у меня сегодня все. Не забывайте подписываться на мой канал, оставляйте лайки, комментарии и не забывайте поделиться в соцсетях этим видео. Пусть и другие немножко понаблюдают за природой Аргентины. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вивас.